продолжают гореть в Восточной Сибири. Тайга полыхает в труднодоступных местах. Очаги возникают вновь и вновь, несмотря на все усилия пожарных. Мы один даже готовы вести. Я был и благодарен вам, что вы собрались. Я боялся, что никто не придет. Сейчас бы, наверное, если бы проблемы экологии вокруг Москвы, то мы бы не смогли собрать бы людей. Вот такая. То есть, значит, здесь есть еще такой живой интерес, и, значит, еще есть во имя чего бороться. Если позволите, я буду давать слово не вот как бы по часовой или против часовой стрелки, а вот в определенном порядке, которые мы предварительно проговорили. Очень экологически ответственно, это абсолютно верно. Это тот момент, в котором, так сказать, мы все вместе и фестиваль, повторяю еще раз, ИСУ, должны сказать решающее слово. К сожалению, у нас сегодня вот прогнозирование отдельно, значит, наука, экспертное сообщество отдельно, значит, законодательство отдельно. Айхун, где миллион человек приезжает и нет ничего. Электричество туда провели, народ туда пошел, а охранных действий нет. Сброс сточных вод не санкционированный. Очистные 29 штук, которые они у нас есть, по результатам прокурорских проверок не работает ни одно. Мне кажется, что нужно создавать центр, может быть, при Союзе кинематографистов. Центр, который будет заниматься экологическим мониторингом, образованием. Просто очевидно. Телевидение. Телевидение это потом используют. То есть очевидно, это еще важно.